А здорово, меня походу дауны дедосят, поэтому, ну, поэтому минус поток. Но я не в эту игру проебал. Не из-за дедоса, потому что нельзя было выиграть. Ну, видите, типа он сделал поушен, здесь маны и гг. Никак не выиграть уже. Ну, я уверен, скорее всего, задедосили. То есть, я снова задедосил, я просто, ну, запустил стрим всем сказать, чтобы вы понимали. Ну, эту игру никак не мог выиграть, anyway. Типа, у меня отлагало, но... Типа, тут нечего нехуй делать. Я ничего не могу сделать, сделал поушен. Плюс 6 хп, блять. Суммон 8-8. 8-14, что делать? Я ничего не могу сделать, это конец. Я даже не туда, блин, ой, короче, я мискликнул еще в пизду. Бля, никак не мог выиграть. 13 хп. Даже учитывая хороший дроп с Эзеры, все равно никак. Вообще никак. Как я должен его убить, мне надо 6 урона найти. Где я найду 6 урона? Если я потратил двух девочек и двух оперативников. Я не могу найти 6 урона, я не могу выиграть. Консит. Да, я не могу выиграть, это невозможно. ГГ! Сейчас видосы почекаю. Я наконец-то сделал себе, ну, вместо черного экрана картинку, как видите. Давно было пора, потому что, пиздец, я уже стримлю почти 2 года, у меня до сих пор не было картинки вместо черного экрана. Так, какие там видосы я должен был посмотреть? Сейчас иду искать. Пока полейте картинку, пока еще. Ну что еще? Версус или дос? Это самый годный батл. Пошел нахуй. Какой я должен был посмотреть? Малфурион vs Валира, Хэрдстон Картун. Люль. Сейчас я нашел сек. Добрый початок. Это от того же автора, что было, ну, Трау против Рексара. Кстати, всем советую, если кто не видел, вот это вот охуенный, это шедевр. Джайна против Гул'дан, ну, уже похуже, но тоже нормально. Сейчас посмотрим новую. Ну, этот челик нормально делает, он еще вроде по доте делал классные видосики. То есть этот челик умеет. Ну, более-менее. О, Мелфьюриен versus Valir. I must protect the wild. Watch. Я могу насмотреть фуллскрин? Это же у меня же стоит игра Хардстон, это и есть Хардстон. Я могу насмотреть фуллскрин или нет? Это же игра Хардстон. Хули нет. My greetings. Happy feast of win. The pleasure is mine. Who goes there? Жизненно, сука. I'm in charge. Wrath. I'm charge. My mana is low. Ha. My thanks.
Валира! Валира! Nature will rise against you. Shenanigans. Here we go. I'm in charge. And so the duel between the JD Bunch and Custom Rogue 2A Stiffdom continued for many turns. We move ahead to a later turn now. I got deals. Ха-ха! Нихуя, Валера бы выиграла! Нежизненно, не-не-не. Там какая-то дурацкая Валера через, кучу патчесов, этих гангсап. В реальной жизни был бы пиратик 3-2, потом был бы Ван Клифф 10-10, и Фурион бы консиднул на 5-м ходу. Так что, ролик не жизненный, но, да, смешной. Но нихуя не жизненно. Так, ладно, го сыграем еще одну игру, до первого луза на паладине, а потом... Добрый початок! Потом, maybe, последний удар к Меса, и посмотрю еще один видос. Какой у меня еще один видос просили посмотреть? Еще один какой-то видос просили посмотреть, сейчас я чекну. А, где мой Хардстон? Чё за... Почему чёмный экран? О. До одного луза на паладине. И какой там видос ещё хотели? Uther versus Gul'dan. Your soul shall be mine. I will fight with honor. Я ищу видос, пока. Блин, столько... А, пиратстоун какой-то. Ладно, пиратстоун еще гляну, хорошо. Пиратстоун. Играю на паладине до первого луза, потом пойду Дарк Мессаю. А, оставлять дров. Не буду оставлять дров. Рискованно. Надеюсь, Twitch не пригорит, что я смотрел в фуллскрине. Все-таки я смотрел Хардстоун, у меня стоит игра Хардстоун. Я смотрел Хардстоун в фуллскрине. А чё? Это ж Хардстоун. Так, ну Мурлока в ФК не ставим. Мурлока в идеале нужно, шпон на 4 урона залетал. Забафанный. Buying or selling? Чуть не хочется проебывать варлидера. Это тоже хуёво ставить меня фулл хп. Даже не знаю, что сделать. Окно закрыть для начала. И подумать. Ну что ещё? Зацени видос. Всего 10 секунд. Ссылка удалена. А, хорошо. П-
Блин, вы гоните своими видосами, нужно придумать какое-то правило для этих видосов. Ну прикиньте, а прикиньте, если я буду, то есть, каждый стрим будет по 10, по 20 человек посылать видосы. А как я буду стримить тогда? Ну что, мне видосы стримить? Я ж не могу стримить видосы на Твиче. Я ж пытаюсь объяснить. Как я... Ну что нельзя еще? Стримить видосы на Твиче, пока да. Проигнорил мое сообщение про Какое? Alien Isolation. Я вроде отвечал про Alien Isolation, что, ну, еще до твоего сообщения, что не понравилось. Я вроде тогда задедосил, я не проигнорил. Бля, почему я не знаю, что делать? Короче. Меня вроде в тот момент задедосили. По-моему, в тот момент как раз. Или нет, не помню. Короче, чекал Alien Isolation, я чекал Outlast и Alien Isolation, мне не понравилось. Бля, я так и знал, что он сделает, сука! Ну я так и знал, ну блять, ну зачем я это сделал? Я так и знал, что он это сделает. Mortal Kombat, я... Ладно, хуй с ним. Мурлока оставляем. Почему не поставил 2-2? Непонятно. Что делать? Надо разменяться, поставить таунт. Seems good. The battle. The battle. Надо тебе квалити или один атаки сделать гиганту с коня. Иначе ебало потеряю. Если не нахожу эквалити, я проиграл. Если поставлю Финджу, я могу как-то отбиться здесь? Финджа... Не, не могу. Лол, я не могу отбиться с Финджей. Так будет 3 урона, не хватит. Что за блядство? О, великие силы. Хелп. Вот это вот неплохо смотрится. Этим можно разменять, ну, чарджеру забафать на 3 урона и убить 5 хп, если я сейчас накоцаю. Блять. Не. Да я все равно проигрываю, это ж, и слишком много урона получаю, и остается 8-8 anyway. Какой из них вообще умрет? Пиздец. Блядство! Почему я в таком дерьме? Почему нету эквалити? Почему нету алдера? Нету... У меня 2 алдера, 2 эквалити, нету ничего, когда надо. Пиздец. Всем привет! Что это? Добрый початок! Сейчас идем смотреть видосы. ГГ. By the holy light. Пиздец, что это? А кто останется в живых? 84 или 87? Ура! Спасибо! Спасибо, что он работает именно так. Хоть так, но он сделал 2 поушена с Казакуса получил. Я не знаю, как я должен выиграть. По-моему, я не могу уже выиграть. Рафлан помойка. Самое забавное, что у меня, типа, все есть для победы, но... Но нихуя. А я все думал, когда же ты появишься?
Бать думал, преступник тебя на сегодня закрыл, а ты переродился походу. Да я откуда знаю? Я не переродился, просто задедосил, а теперь не дедосил, вот и все. Преступник. Я ебу. Ну что еще? И что делать? Вопрос вдогонку. Если ты бы Resident Evil чекнул на Ютубе и Твиче, тебе бы понравилось? Думаю, нет. Что я чекал на Твиче Resident Evil? Та же тема. Она кажется скучной, пока ты сам не попробуешь. Я чекал... Иначе вопросов про нее больше не будет, окей. А я чекал Resident Evil до того, как мне, ну, мне посоветовали Resident Evil, сказали, типа, Resident Evil, типа, супер классная игра, новое слово в жанре, что-то типа такое мне говорили, обязательно чекни. Я проверил, я посмотрел, ну... На Ютубе, на Твиче. И мне типа, ну, я подумал, почему бы и нет. Попробовать, по крайней мере. Как потом я начал играть в Resident Evil? Я в дерьмище, не знаю, как я должен выиграть, когда у него два казаку с полшина и... Ну, короче, никак. Пиздец мне. У меня нету Эквалити, нету Алдеров, нету ничего. А у него два казаку с полшина. Надо Тириона ставить, наверное, но он сейчас... Не нужно кланяться. Сильвана из пизды Тириона. Ясно. Ну ты да, конечно. Работяги тоже ждут Версус. А ты? Даже если цену назначишь, я уже передонатил ее. Давай подрубай. Я не смотрю длинные видосы, но... Почему меня не понимают с одного раза? Я не смотрю длинные видосы. Это по-любому там твой раунд будет, не знаю, 8 или 9 минут. Я никогда в жизни не буду смотреть на Твиче 8 или 9 минут, потому что не понимаю, что это запрещено. Вот так вот сидеть видосы смотреть. Коротенький можно еще посмотреть, если не фуллскрин. Бля, почему вы не понимаете по-русски? Я стримлю, ну, на Твиче. Ты мне предлагаешь посмотреть один раунд, да? Ты сказал один раунд. Мало того, что я не хочу смотреть рэп батл, так ты мне еще предлагаешь, ну, смотреть там 8-9 минут видос на Твиче. Ну, типа, охуенно сыграть Тириона, но там будет Сильванас и Power Overwhelming на Сильванас, и я проигрываю сразу. Если поставлю Финджу, будет АОЕшка на Финджу. Тоже огромная вероятность. Я не знаю, что делать. Сильвана, ГГ. У него два казаку с поушена. Финджа тоже сдохнет. От АОЕшки, скорее всего. Но я взял два по 5 маны. Я так подозреваю. Хотя, может, и нет. Ну зачем ему против паладина брать 10 маны поушены, правильно? Если паладин может зачистить любой стол. Ну Сильван это сразу ус. Он Сильвану поставит сейчас 5 маны Сильвана и 3 маны Shadow Flame. Я консидую сразу, если такое будет. И сразу консидую. Сильвана, Shadow Flame, сразу консид и все. Альт F4 консид. Вернее, консид Альт F4. Фух. Фух. Это, кстати, была ошибка, то, что он Финчу вытащил. Вот это он дурак. Это было супер зря. Так я еще могу выиграть, лол. Он мне только что подарил шансы на победу, лол. Это он даун. Я могу выиграть? Лол. У меня два подряд ульты. Лол. И пушка. Две ну ульты подряд еще? И пушка. Раунд. Идет 2 минуты, Блэйд. Посмотри раунд через игру. Там проводите. Ладно, я посмотрю твой раунд, но после сегодняшнего дня я сделаю правила о видосах. Я сделаю правила о видосах. После сегодняшнего дня я сделаю правила, ну, напишу пост. Придумаю правила по поводу видосов и напишу пост. Потому что так, ну, так не годится. Что все меня, ну, заставляют видосы смотреть. Ща после этой, ну... Я вообще играю до одного луза.
Сейчас, если выиграю эту игру, то посмотрю какой-то один видос. Не твой. Твой посмотрю, когда уже, ну, когда проиграю игру. Похуй на Брана, правильно? Вообще похуй. Ну что еще? Чек не обязательно игру X-Anima. Средневековый X-Anima надо записать. Чем можно. Армор порни очень необычная боевая система, основанная на реалистичной физике. И когда уже Dark Souls... X-Anima? Я что-то никогда не слышал, ни разу не слышал X-Anima. Dark Souls никогда, простите, но мне не нравится Dark Souls, я не буду стримить то, что мне не нравится. Зачем мне стримить то, что мне не нравится? Как вы ожидаете качественный контент от игры, которая не нравится стримеру? Как это возможно? Как это может быть? Так, только, плиз, не говори, что ты играешь Лероя. Потому что я не играю от Лероя, я не... Ну, Лероя сейчас не играют. Он играет Лероя? Что? А, окей. У меня есть летал или нет? По-моему... А вот теперь начинаются проблемы. А, как понять, есть ли у меня летал? Тут нужно посчитать, кого я первым играл, правильно? Ну, типа, у меня нет в любом случае ходов. Я в любом случае должен Мурлока вызывать. У меня 5 урона, плюс... Мне нужно 3 Мурлока по 8 будет. А, так у меня по-любому есть летал. 3 синих должно быть. Фух, леталыч. Well met! Как я выиграл это, я не знаю. Противник идиот. Что изи. Так, что там был за видос еще какой-то? Пират Стоун, следующий на очереди. Бля, 3 минуты 34 секунды, нет! Нет, потом, когда проиграю на паладине. Там какой-то был до этого видос. Посмотри видос, всего 10 секунд. Ща, проверишь сначала, ну, без экрана. А то какая-то подстава, 10 секунд, небось скример или... Ну, что-то там... Ты мне ссылку прислал, почему ссылку? Я не буду смотреть, я не перехожу по ссылкам. ГГ. Посмотрел, проверяйте. Сейчас пройду на паладине, посмотрю этот раунд. 2 минуты, надеюсь, ты меня не наебал. И посмотрю Пират Стоун. Так, хил меняем, оставляем Барнса. Барнс, ну, типа, если есть Думсейр, можно Барнса отставить. Конечно, агрессивно, но... Мне так нравится. Да нет, это даже не агрессивно. Если есть Думсейр, можно оставлять что угодно. Ну, не прям что угодно, но дохуя чего. Кадруль! Окей. Думсейр, Челик, Барнс. Изи. Изи катка. Думсейра убить невозможно. Только 2 молнии. Какой идиот будет делать 2 молнии? Никто никогда не сделает 2 молнии. Добрый початок. Да-да, супер тупо. I knew it! Может, еще одна Думсейра? А зачем ставить на фулл хп Викер Флейма? Не совсем понятно. Лучше поставить Барнса на чистый стол. Ха. На фулл хп Викер Флейма, че, я не знаю. Не уверен. Хочу Барнса на чистом столе захуярить. Может, я не прав. Типа, я не мастер паладина. Вы видели у меня в ранке, где 115 побед на паладине. Просто эта карта должна хилить, хотя бы, ну, на 4. У меня 29. Ну, или же таунт, когда он супер важный, когда очень нужен таунт. Блин, ну что за говно, зачем я этого Барнса ставил? Класс. Просто худшее, что может быть. Не, ну, дофига чего плохого может быть. Может быть, Алдор, 2 Алдора, 2 коня. Рагнарос был бы плохой тоже, потому что у меня фулл хп почти.
кадру! Пиздец, spell damage и... Лол. Бред. Просто СПД. Прикольно играешь. Прикольно, в скобочках, сильно. Last warning! Ну, вот такое. Можно удариться и потом похилиться конячкой. Правда, тотемы останутся, это неприятно, но щиту поделать. Мне надо, походу, найти консекрейшн на тотемы. Можно, конечно, мурлоком почистить тотем. Что-то впадло. Можно поставить Вигер Флеймича и... Да, как раз вот сейчас он меня похилит. И мурлоком почистить. Как вариант. Но это неплохо. Ну, бля, хз. Я не уверен, я не знаю, как правильно в данной ситуации. Типа spell damage стоит вонючий, сейчас будет третий тотем, будет три тотема стоять. А если я не найду Consecration в Ivory Knight? В Ivory Knight? Что дальше? Конец, у меня карт нету. Мне надо найти, ну хотя бы Consecration. Чтоб три урона АОЕ сделать. Блин, краса. Не, ну это еще терпимо, но мне бы дровнуться. У меня вообще ноль дрова. Лол. Это грустно. Может это взять? Люль. На кого я применю портал, когда я его применю, я не знаю. Пиздец, какое же дерьмо, просто как отсюда выбрать, что тут все хреновое. Когда я портал завязаю, как я должен завязать портал, с чем, с кем? Ну, у меня три миньона, но у него хекс будет. Он играет Монатай Тотем, и он играет Sing from Below. Если я поставлю Рагнарос, он сделает хекс. Что толку с Маглиас ран? Портал на кого делать, непонятно. Тем более, портал хуёвый. Рэндом 2 кост миньон, это хреново, это помойка. Ладно, давайте это сыграем. Нет, да, нет. Блять. Короче, я не знаю. Что-то я подустал. Ну чё, я Рагнарос оставлю и консидую? Не, окей, Годро. Seems good. Если его не убил с одного удара. Сейчас бы шаману проигрывать по картам. Ну, такое редко бывает, чтобы у паладина не было дрова. Типа у меня... Должно хватать дрова. В конячке можно найти дров. Там за 8 маны 3 карты, или за 5 маны 2 карты. Или в крайнем случае за 1 маны, когда юнит бьет. Чтоб каждый раз дровалось. Ну, короче, ГГ. Это конец, ребята. Если не придет Consecration или Equality, то я не вижу аутов.
особо. Варлидера играл, Блугил Вориор играл. Можно ебануть Алдора сюда и Мурлока поставить. Ну, это такое. Ну, Рагнароса захексит, его просто захексит, и чё? Let me think. Я не вижу, как тут выиграть. Не понимаю. Варлидера тоже захексит, БТВ. Мурлок этого захексит, чтобы он не вылез с ульты. Что-то я в говне. Ну что еще? Один раунд начинается в 5.40, но если хочешь посмотреть самый охуенный, то 12.20. Ты только что сказал, что 2 минуты раунд. There is a lot at stake. Ты только что сказал, что 2 минуты раунд. Если начинается в 5.40. Какая может быть следующий в 12.20? Или я что-то не понял? Где моё квалити? Где моё хоть что-нибудь? Ёбаный пиздец. Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Пора консидать. Пиздец, ужасный заход, просто худший. Да все, это конец. Он сейчас тотем бафает еще раз. Нехуй играть. Так, ладно, го смотреть видосы и, наверное, на сегодня все. Хз, уже Dark Messiah, что-то не хочу играть. Так. Пират Стоун. Го полить. Плюс экран. Чекин. Гриди. Ха! Здорово! Big time, pal! On the main streets of Gadgetown! I'm in charge now! Time's up! Let's do this! Разве Лерой пират? Вот этого уже снесли сколько раз, там уже 100 хп снесли ебальнику, как это 30 хп, опять 30 хп? Stop, what are you, come on! It's just... consciousness. Abandon ship! Abandon ship! Какого хуя Казакуса, как будто Казакус типа не читерская карта? Вот смотрите, что это было вообще? Это типа слабая карта? Алло, Казакус это самая сильная карта дополнения, самая сильная карта дополнения. Что за... Зачем его тут ставить, типа он убегает с корабля? Казакус пиздит агроколоды на изи. Самая сильная карта дополнения пиздит пиратов, агрошаманов в соло Казакус. Если ты споймал Казакуса, Казакус пиздит в соло. Просто Казакус один, это одна карта, да, его тяжело споймать. Thank you.
КЗ, что-то на унылочах видос, если честно. Мне кажется, тем более плохой фильм выбрали для видоса. Что-то на унылочах. Сори. Так, ладно. Где этот ебаный Версус? Ты мне еще давно кидал. А, вот, вот. Здорово, папаня, посмотри, призраки ФВ, Соня Мармеладова. О, великие силы. А вот и рэп-баттлы подъехали. Откуда посмотреть? Сейчас ищу. Раунд идет 2 минуты, блядь. Посмотри раунд через игру. Там под... Раунд через игру. Раунд идет 2 минуты. 18 минут, как я должен искать это? Как я должен это вообще найти? Где ты еще написал начало? Первый раунд начинается в 5.40, но если хочешь посмотреть, самое охуенное это 12.20. Так какого мне смотреть? Я не хочу, я не буду смотреть на Твиче 18 минут видос, и с 5 минут по 12 минут я тоже не буду смотреть. Это долго очень. Ты сказал, раунд идет 2 минуты. Если хочешь посмотреть самое охуенное, то 12.20. А сколько он идет? Раунд идет 2 минуты, блядь. Как он может идти 2 минуты? В этих рэп-баттлах раунды вроде... Там же по 3 раунда должно быть. То как он... Если видос 18 минут. Как там может быть тогда раунд идти 2 минуты? Математика не складывается. Что-то тут не так. Откуда мне смотреть, блядь, чат? Я не могу смотреть на Твиче так долго. Вот так-то лучше. Еще плюс 1000 Виталя Кунва, и мы решили с работягами отправят тебе, чего мы тебе желаем. Так вот, работяги желают тебе здоровья. Трахнуть викурет. Дудоса поменьше. Провайдер нужен. Вику стоял всегда. Побольше футболоката в одних и тех же сидишь. Больших мускул от себя пожелаю срубить сакуру Вики своей катаной. Я в одних и тех же футболках сижу? Я уже на стриме сидел штук 10 разных кофт переодевал. Откуда смотреть? 12.20? До скольки? До скольки? До скольки? До скольки? До скольки? До скольки? Бля, что за зашквары? Уже рэп-баттлы пошли на стриме. Короче, завтра я, ну, сегодня или завтра напишу пост в группе ВК или, не знаю, на Твиче. Надо создать правила, чтобы, ну, правила на видосы. Я не могу смотреть видосы всех, вот, все подряд посылают видосы, типа, каждый видос посмотри, 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 посмотри. Заранее скажу, прежде чем я буду это смотреть, я не фанат рэп-баттлов, меня просто уже заставляют посмотреть, уже челик задонатил 2000 или 2500, я не знаю, чтобы я поставил этот видос. Я не фанат рэп-баттлов, мне не нравится публика вообще на этих рэп-баттлах, но я признаю, что как бы есть хорошие рэп-баттлы, есть. Я могу пересчитать количество хороших рэп-баттлов по пальцам одной руки, то есть штук 5 хороших есть, наверное. Все остальные, в принципе, говно. Ну, хорошие есть. Хорошая есть, да. Так, ладно. Почему мы раньше так не делали? Прикольно. Соня Мармеладова отсосет за мармеладку. Зачем у пацика женский ник? Это типа смешно или что? Есть мармеладку? Я... Разъебать рекев, дайте 5 минут. Если хочешь посмотреть, как я мать ебу, у любой из ней дома, это кайф, жопа ёба. Я как Каппадона, КПД, как у патрона. Убиваю этих умников и трахнута потом. Пятая колонна под ракомакафон. Я белая ворона, хоть и красный барон. Говорят, что ты дырявый, ты опасный гондон. И ты прав, дружок, все прикол в этой играем игре. Моя ставка, честь, да ты прав, дружок. Против хайпа жор, ведь я пожираю тех, у кого он есть. Здесь твой царь, ну-ка обтекай. Ты не соптик, краша, ты Ивангай. Я нассал на тебя, и ты попал в струю. Этот рик, я китаю, проглотил змею мою. Факт защит, этот жалкий тип. Обвинить не попадай. Не попадай в бит, но залупа залетит тебе в рот. Моби Дик, тебе в десны лупить. Мой близкий, здесь север покорить. Но стоп, таймер, ты не Роб Старк, ты Роб Шнайдер. Я Рокстар, Трэвис Скотт, Байтер. Ты жалкая тень, словно нуб Сайбот. Я прошу вас всех, не шумите мне. Дайте Рике умереть в тишине. Не орите, дайте Рике умереть в тишине. Я Жак жене, ты Жерар Депардье. Твой мозг жилет, твоя мама в дизобелье. Твой рот в говне, ты за бабло и за минет. Это не бита за респект, и ты не оппонент. Не Соня, не ебланя, не прутка, грибы. Жалкая сранька, группа грибы. Тебе форсит рип, коль так пойдет и дальше. Надо бы назвать их Рики и Паншин. Тебе жмет корона, артист от микрофона нашел чем щеголять. Если за хуёвый рэп в стране начнут сажать, ты станешь прокурором и дашь себе 5. Без 540, Рики Ф совершил ошибку. Время на часах без 540. Флоу, дружок, превратится в тык.
тыкву, ты не можешь попадать, как в улей великан. Ты забыл, как стрелять в ствол Билли Миллиган. Ты такой же Грайм, как Чили Вилли Пеликан. Но на бите ты дилетант, и я выше тебя летал, но фока! Интересно, сколько он готовился, ебать. Он ни разу не сбился вообще, по-моему. Хуясь. Окей, посмотрел, проверяй, посмотрел. Не, ну, типа, я один раз в шепот был, когда он про Нупсейбута сказал из Mortal Kombat. Это было реально, что в шепот. Ну, не знаю. Ну и повторюсь, я не фанат этого. Не фанат. Но есть хорошие, да, есть хорошие, но я не прям фанат. Все, посмотрел, это оно. Типа, ну, 12:20 посмотрел, да, 2 минуты шло, это оно. Надеюсь, это оно. Так, ладно. Сколько я вообще стримил? Я стримил после дедоса 41 минуту, и до этого я стримил где-то часа 2 или что. Наверное, уже не буду сегодня Dark Messiah, ребята. Сори. Dark Messiah буду уже завтра проходить. Или завтра, или на следующий стрим. Да. Хардстона в этом сезоне будет мало. То есть я стримил Хардстон буквально 2 раза в этом сезоне. Я, ну, не собираюсь особо играть. Так что Хардстон будет, ну, уже после... Типа после, ну, апдейта. Когда подъедут новые карты и уйдут старые. Буду снова задрачивать и т.д. В этом сезоне, может быть, возьму в конце месяца легенду на какой-то говно колоде и все. То есть не больше. Завтра Dark Messiah. Или на следующий стрим, когда будет стрим. То есть завтра или послезавтра. На сегодня, думаю... Хз, думаю, все. Доту или КС давай. Ну что еще? Эх, сейчас смотреть YouTube на Твиче. А еще ебаный Версус и тут. Вот-вот, так я какие-то правила придумаю, потому что все заставляют смотреть меня этот YouTube. Каждую ссылку нужно посмотреть, каждую. Пиздец. Ну что еще? Держу в курсе. Это говно промо-баттл двух челиков с одного лейбла. Ноль конфликта, ноль серьезного подхода. Адонатер, очевидно, малолетний подсос гнойного, который не выпускает вообще никакого контента, кроме пустых вейбонов. Я не разбираюсь в этих гнойных, это да, я там не разбираюсь в этих челиках, поэтому я не могу даже ничего ответить. Я не разбираюсь в этом всем. Так, ладно, я нажму рекламу 3 минуты, пойду умоюсь, мне что-то жарко. И приду или оффну стрим, или застримлю одну игру low priority, одну из двух. Или оффну стрим, или застримлю одну игру low priority. Пока я буду умываться, все решится. Даже 2 минуты поставлю рекламу, сейчас приду. Или оффну стрим, или одна игра low priority. Не могу гарантировать вам, что будет. Оп. Полите пока мою заставку охуенную. Или не охуенную, не знаю. Ну, короче, мне надо было что-то придумать, чтобы вместо черного экрана, то есть... Так, сейчас приду.
Здорово. Так, ладно, годную игру. Только я ничего вам не гарантирую. Я, скорее всего, ливану. С огромной долей вероятности. Даже не доиграю. Доту стало стримить невозможно. Задержка 0 секунд. Сейчас придут стрим-снайперы. Будут меня троллить. И так далее. Но мне уже давным-давно похуй. Грац. Да, троллились. Они меня троллили год подряд. Всякие хейтеры, стрим-снайперы, геймруйнеры, дедосеры. А теперь мне похуй на доту. Как вы будете меня продолжать теперь троллить, если теперь я могу просто ливнуть из игры? Как вы меня будете продолжать троллить, непонятно. Непонятно. Плюс дота. Почти. Спасибо хейтерам! Мне снова 5 лоу приорити. Это я прошлый раз ливанул, мне снова дало 5. Вообще похуй, вообще похуй. Хейтеры своего добились за год плюс. Только в чем был смысл? Смотрите, когда-то давно был такой стример по доте. Twitch TV Evil Artas, то есть я. Стримил хайп-ТС игры, потные. Учил играть детишек. И просто нубов. Челики начали руинить, начали завидовать, что у меня все так получается, что я охуенный стример, охуенный игрок, что я мистер топ-3 ладдера. Начали руинить стримы. Этим они занимались почти полтора года. Теперь они окончательно испортили стримы по доте. Это стало максимально говноконтентом. А в чем был смысл? Как бы... Смысла не было никакого. Теперь они меня даже не могут продолжать портить, не могут троллить, потому что я могу просто ливнуть. Я захожу в доту на стриме раз в неделю и просто ливаю. Вот, сейчас я ищу игру. Мы подождем 10 минут, пока ее найдет. Я просто ливну через 10 минут. Ну, спойлер. Спойлер алерт. И чего они добились за эти полтора года? Непонятно. Просто забрали у работяг качественный контент. Дети, хуесосы, хейтеры, стрим-снайперы, дедосеры. Поздравляю. Но они и сами его не могут смотреть. Теперь никто не может смотреть качественный контент по доте. ГГ. Успех. Когда будет поэ? Поэ будет, когда закончится хардкор-лига. Когда Hardcore Bridge закончится, чтобы я смог перекинуть шмотки с Hardcore Bridge. Я не играл в Hardcore Bridge, но я купил там шмотки. Рарки. У меня не было рарок, я не смог найти рарки на первом ХК. Поэтому поя будет не раньше конца Hardcore Bridge. Вот так вот. Так, парни, сразу говорю еще раз. Не ждите там какого-то длительного сейчас стрима. Я уже сегодня стримил Hearthstone. Смотрел видосики на ютубе. Часа 3 или больше. Сейчас играю одну игру. Или сыграю одну игру. Или ливну сразу и офну стрим. То есть, ну, уже заранее всем пока. Всем пока. Заранее попрощался. А завтра Dark Messiah или следующий стрим? Я сразу, наверное, начну с Dark Messiah. Ну что еще? Здорово, Байрыч. Здорово. Работягам похуй на то, что ты играешь в ЛП. Им нравится почти любой контент, кроме поеботы. Поеботы не было полгода. С этим согласен, капу в чат. Мне лично все равно. Эвриде чекаю твои стримы. ЛП или не ЛП насрать. ПС. Флаг Украины из топ-донатеров. У меня собака сдохла от этого. Блять, там просто... Бля, там лазурный цвет и золотой. Ну что еще? Батя, я тебе уже кидал эту песню, но за сегодня я еще ему вики с говна намесил. Поэтому чекни плиз видос. Стан в рейс Кинга. Влажные мечты Деппера. Качество, конечно, пиздец, но какое есть. Работяги, делаю ставку, что не сможете влепить 1к дизлайков. Ты же у меня в друзья ВКонтакте. Вот так-то лучше.
Спасибо, что сражаешься до конца, Сюгун, твои самураи. Спасибо за тысячу. Я даже хайку для тебя написал. Японский стиль шок. Шумит дикая сакура. Слышен не, на мид. Не, на мид. Спасибо. Мид офит. Не бросай стримить, а то мы все сделаем. Харакири, папичкун, держи последний. Я не бросаю стримить. Я не бросаю стримить, я бросил дота стримы. Я бросил дота стримы и ничего нельзя поделать. Я бросил дота стримы и командные игры. То есть я больше никогда не буду стримить игры, которые, ну, которых надо играть в команде, на стриме. Да, не могу играть в них на стриме. Потому что они будут портить. Будут мешать, будут троллить. Ну что еще? Versus Fresh Blood 2, Рички FVS Синь, 20:35, буквально 2 минуты. Только не сегодня, пожалуйста! Спасибо, ты будешь орать 100%, там просто пиздец, какой амненг. Посмотри, это прям пиздец. Только не сегодня. Я хочу сыграть одну игру в доту и оффнуть нахуй стрим, только не сегодня. Хватит с видосами, хватит. По поводу Stanford Skinga, ты же у меня ВКонтакте, я тебе потом отвечу. Ты же мне ВКонтакте, ты же мне ВКонтакте это скидывал. Просто видосы, видосы, видосы. По поводу цвета, там лазурный цвет и золотой цвет. Типа, у меня так в пое тоже лут-фильтр. Самые крутые шмотки лазурного цвета, а просто крутые золотого. То есть самые крутые донатеры лазурного цвета, потому что лазурный мой любимый. А, ну, топ-4, топ-8, они золотого. Потому что золотой, ну, типа, крутой, охуенный цвет. Типа, элитный. Золото. И получился флаг Украины, да. Но это непреднамеренно. Но получился. Что у меня с картой? Какого хуя? Ничего не понял. Я не изменял настройки, почему карта сама уменьшилась? Я точно помню, что я не изменял настройки. Карта просто сама уменьшилась. Как такое может быть? Я забыл перекачаться, ёбаный стыд. Вот что значит играть раз в неделю. Эти ёбаные... Короче, я знаете, что сделаю? Я вот так сделаю. Здорово, стримлю, да? Да-да, я. А что, у меня есть выбор? Если я побегу на фонтан, я не успею обратно прийти. К Баунти Руне. Короче, на стримы дота я забил. То есть то, что я сейчас играю, это так хуйня. Типа, стримлю одну игру low priority. Полтора года достаточно. Полтора года я пытался, вставал только хуже. Первые полгода, согласен, первые полгода был качественный контент. Первые полгода моих стримов по доте. Потом все начало умирать. Слишком много завистников, слишком много хейтеров. Ну, с этим нельзя бороться. Если игра командная, ты не можешь бороться с завистниками и хейтерами. Это невозможно. Нужно играть в игры один на один. Там можно легко их ебашить. Но как, если это твой союзник тебя руинит, как ты будешь бороться? Или если тебя там дедосит, как ты будешь бороться с этим? То есть, ну... Так, го по фасту пройдем мид и офнем стрим. У них добыл мид, класс. На самом деле это плохо, потому что мне пизды дадут. Типа вот он меня харасит, и что я сделаю? Класс. Бля, что за пиздец, почему добыл мид? Для меня это хуже то, что добыл мид, потому что я не могу фармить вообще. Сейчас сдохну, класс. Просто охуенно. О, Рубик саппорт. Приехал, походу. На, приехал. Даже добил крипов. Добрый початок. Я так понимаю, это стрим-снайперы. Почему они втроем на миде тусуются? Ну, даже одну игру не дадут сыграть.
То есть против Морфана надо стоять втроем на миде. Акаша, Баланар, Эмбер. Понимаю. Ну что еще? Ну что это за долбоеб? Зачем он это делает? Пошлешь малолетнего долбоеба с версусами нахуй. Он заебал не только тебя, но и всех работяг. Чат спамил фейлфиш, пока ты смотрела это блевотное говно для школьника. Потому что у меня... пытается давить на твою совесть. Да. Он за хуя задонатил. Именно так он и делает. Посмотреть назойливый хуесос. Ну да, ну на самом деле, те, кто просит видос так вот посмотреть, да, они давят типа на совесть. Ну потому что задонатили, да. Так и есть. Мне просто надо правила создать по поводу видоса, понимаешь? Пока я не сделал правил каких-то конкретных. Я придумаю правила, и тогда я буду всем указывать. Вот, типа, есть правила. Не надо их нарушать. Добрый початок! Ну что еще? Теперь понятно, почему Рафлан был дыголазурного цвета, а Рафлан ебала золотого. Нет, не поэтому. Не связано. Украину. Не связано. Бля, зачем он пришел, когда Эмбер один остался, он у меня экспу пиздит. Эмбер один стоит, не пизди у меня экспу. Ебаный стыд. Мне ботл покупать или чё? Не знаю. По-моему, ботл мне не поможет. Этот даун мне не даст играть. Не вижу смысла с ботла, потому что Баланар мне не даст руны забирать. Даже не знаю, что покупать. Наверное, кольцо, регенерация, что-нибудь еще купить. Баланар играть не даст. Просто пришел на мид с Эмбером стоять и не дает играть. Лоу приорити. Ну что он делает? Зачем он это делает? Что делает Пудж? Что ты мне хукаешь под пражду, блядь? Что это такое? Нахуя я, блядь, зашел в доту? Вы видели? Просто фрифраг. Делаешь хук под башню, нажимаешь рот. Фраг, все, конец. Плюс фраг. Минус Баланар. Зачем я в доту зашел, блядь? Против меня долбоебый стрим снайпер, а за меня чел, не знаю, у него 1к ММР. Психологически. Фраг не нужен, хули, под вышкой. 100%-ный. Просто уныло. На унылочках. Хуй тебе. Мы его не убьем, у него. Блять. Ну что еще? Бля, я тебе реально говорю. Показал собаке топ донатиров, и она сдохла. Что? Матери рассказал, но вроде удалось откачать. Так бы была минус мать. Нахуй ты пиздишь на моих топ донатеров? Советуешь посмотреть. Таких фигур меня заебал. Ты сказал, что после одного сезона будет экшен, но там одно говно. ПС. Венецкий Байерен. Я не слышал, что там смотрел, надо будет чекнуть. Я не могу в доте альтабаться. В доте я не могу альтабаться никак. Теперь нельзя делать вейформ, когда он делает цепи. Это, конечно, пиздец. Эмбер считает, что Морфай башт из-за этого. Ноль фарма. Думаю, Персеверенс брать, потому что, ну, сапог нет смысла. Может и есть. Ну, Эмбер фрифармил, пока меня Баланар гонял. Типа, прикольно. Я не могу делать... Заебись. Waters.
Блять. Сейчас даун пойдет меня убивать. У врагов бытовый пик просто нас раздавит. Это не герои. Регион Командер, Рубик, Батрайдер, Пуч, это вообще... Это не герои. Отлично. Что делать? Балнар, стрим-снайпер, 200%. У меня еще замучен он, по-любому стрим-снайпер. Как к крипам подходить? Сделай что-нибудь. У него нету левела даже. Ой, великие силы. Мне даже сапога нет, мне нет смысла даже бегать туда, что там делать. Че ты ко мне доебался, урод конченый? Зачем ты это делаешь? Что ты от меня хочешь? А, он еще ману восполняет бутылкой. Что он делает? Сейчас снова нажмет. Снова ману восполняет. И бежит от меня. Ура, он попал! Может даже этого убьем. Только ноль фрагов, сори. Еще не знаю, чего в этой игре собирать теперь. 9 минут Perseverance, сложно. Я думаю, понятно, что мне не нужны ботинки обычные. Ни Power Threads, ни файзы. Мне нужны тревела уже сразу. В этой игре нет смысла делать Power Threads или фазы. Мы типа выигрываем, но у врагов пик просто супер сильный. По сравнению с нашим. Супер мега сильный. Меня убивают? Чем ты бежишь на меня, придурок? Что он делает, блядь? Стрим снайпер 100%. Что ты доебался ко мне? Что он делает? Он специально так стал перед вышкой, видите? Прямо перед рейнджем, смотрите. Это стрим-снайпер, блядь. Типа, троллит меня. Ну, спасибо за крипов. Спасибо за минус ебало. Твое. Куда курица летит? Ты что творишь, блядь? Челикслав. Я бы умер там, потому что... я не могу нажимать waveform под цепями Эмбера. Теперь. Спасибо Dota 7 за это, конечно. Короче, мне надо тревела собирать и, возможно, даже Этернал сразу. Без Линкин сферы. Хотя нет, Линкин сфера нужна в этой игре. Тут Сайленс Балнара, тут Doom. Да, Линка нужна. По-любому. Да, я буду делать Линку, потом тревела, скорее всего, так. Я сделаю пока аквилу, потому что у меня очень все плохо. Даже возьму стик. Врагов там ебашит. На удивление. У тебя команда хуй сосет, потому что ты долбоёб, бегаешь за мной всю игру, тупорылый стрим-снайпер, зачем он это делает? Ему важнее меня загнобить просто в ноль, чем выиграть игру. Понимаете, в чем суть? Вот, ему важнее меня уничтожить, чем выиграть игру. Для него приоритет загнобить меня на стриме.
Это его приоритет в жизни, вот. Как он его хукнул? Лоу! Как он его сквозь крипа хукнул, блядь! Как? Я не верю, что это вообще возможно, я уже готовился говорить, ебать долбоёб пуч. Как он его сквозь крипа хукает? Дота 7. Человек закупает бутылки маны и выходит на меня, кидает это говно. Посмотрите, он опять на бутылкой маны регенится. Что это? Что это? Дети, что с вами? Зачем вы это делаете? Они так в ранкеде, вот, играю в ранкеде, да? Меня все знают. И типа... Это... Ёбаный свет. Что вы делаете? Что они делают? Зачем они... Счет 17-7 уже. Они проигрывают, они anyway ебашут меня. Изо всех сил. Чтобы у меня был счет минусовый. У меня 4 ассиста, похуй. Еще ни разу не убили. Сказал, придурки. Плюс ливер. Наигрался. 0-4. Зашквар. Короче, что я говорю про ранкет? В ранкете вот меня встать, типа, все знают. И куда бы я ни пошел, на любую линию, какого бы героя я ни взял, меня всегда контрпикнут максимально, лично меня. Похуй на команду. И все будут бегать всегда за мной гоняться. То есть, будут максимально потеть на то, чтобы меня уничтожить. Вот как сейчас в этой игре было, ну, типа, это лоу приорити, варги и лоу скиллы, поэтому у них не получилось нихуя. А союзники что? Союзники у меня 15 репортов. Извините. Союзники играют на 15 репортов. То есть у меня стабильно там 10-15 репортов, потому что они меня будут, короче, гонять всю игру в ранкеде, то есть там 4 человека или 3 стрим-снайпера. Всю игру будут меня хуярить, ну как вы сейчас только что наблюдали, а потом они меня все зарепортят. Короче, ну вдумайтесь, как мне стримить ранкед. Это я молчу о геймрунерах, когда шмотки разбивают или фидят. И о дедосах. Думаю, всем должно быть понятно, что мотивации играть хорошо, то есть стараться на победу играть, нету, когда тебя могут задедосить там в любой момент. Это, ну, нет смысла. Чего меня задумил? Я умер, класс. Я умираю здесь? Да, я умер. Да, я умер. Нет. А я жив. Я уже даже забыл, когда думаю убивает, а когда нет. Зашквар. Лива, Балнарыч. Стрим-снайпер не ливает. Стрим-снайпер до конца палит мой стрим. А, и наслаждается жизнью. Добрый початок. Стрим-снайпер отказывается ливать. Какой у тебя классный ник, Ромарио. Сколько лет? 13? 12? Ромарио. Ромарио. Ноль шесть.
Куплю Сашу Яшу. Ну, бля, хоть один фраг, я даже не смог фраг получить. Качественный контент! Ладно, пошел ужинать. Всем пока. Спасибо всем за донаты. Всем бабалити. Ну, меня чуть не вырвало. Вот. И меня еще зарепортили после этой игры. Как минимум два репорта получил, я уверен. От стрим-снайпера, который Баланаром играл. Точно, что будет 14 репортов. И еще от кого-то точно. Ну, то есть, вот 13 станет 15. Ладно, guys. Всем пока. Конечно, ну... Даже банально, кстати, смотрите. Даже помимо того, что я все такое, что перечислил, вот... Все, что я перечислил, почему я не могу стримить Dota Ranked. Я всегда в low priority еще. Помимо всего этого, я всегда в low priority. Всегда. То есть, каждые буквально, ну там, полтора дня. Ну, это невозможно, это все в прошлом. Вам остается только две вещи. Или смириться с тем, что я не могу больше стримить Dota, или не смотреть меня. Вот и все. Потому что я действительно не могу стримить Dota. Это невозможно. Что я буду в low priority стримить, ебаное говно контент. Так, еще раз всем спасибо за донаты, всем пока, и Готэм еще эти видосы посмотрим, последний раз, самый последний раз. Какие это были видосы еще? Добрый початок! Опять рэп-баттл, что еще? Что-то еще скипнул. А, короче, все, всем пока. Я посмотрю, отпишу тебе. Этот челик, который мне посылает рэп-баттлы посмотреть, он у меня тоже в друзьях ВК. О. Я тебе отпишу после стрима, посмотрю и скажу тебе. Я уже не хочу ничего смотреть. Я хочу тебе ужинать. На подусталочах. Все, всем пока. Бэбак. До завтра или до послезавтра? Будет Dark Messiah, сразу говорю. Будет Dark Messiah минимум 2 часа. То есть, ну... Буду проходить Dark Messiah, потому что я уже столько раз обещал пройти Dark Messiah, и я уже ее прохожу чуть ли не полгода, эту Dark Messiah ебаную. Но я ее хочу пройти, я хочу ее закончить наконец-то. Это как ачивка, наконец-то пройти Dark Messiah на хардкоре. Все, guys, всем пока. В 100-тысячный раз и в 100-тысячный раз всем дякую за донатычи. Прощайте. Сегодня был Hearthstone, видосы на ютубе и одна игра в low priority. Качественный контент. Бэбак.